ну что, готов? Готов, Степочка? Погнали. Так, появились? Отлично, хорошо. Так, все, направо, направо, направо. Направо, идем направо, давай. Так, а ну-ка. Эш, это Эш. Так, сейчас мы его убьем. Подожди, он за бочкой, он точно за бочкой. Стреляй, нажимай вот сюда. Давай, давай. Стреляй. Давай ты. Да, вот так. И мышкой поворачивайся. Убегай, давай. Степа, давай. Вот, еще чуть-чуть. Еще, Степочка. Давай, жги. Он доходит к нам, Степа, подожди, что делать? Степа, давай. Блин, почти. Еще чуть-чуть. Давай, сейчас. Мышкой. Еще чуть-чуть. Чуть-чуточку. Так, а теперь против Скуйка. Давай. Мы должны Скуйка словить. Скуйка, не бойся. Не бойся, сейчас мы его победим. Не бойся. Вот, смотри. Волына, и вот сюда нажимай. Сейчас Скуйка словим. Давай. Brawl Stars 3D, ребят. 3D. Это 3D, боже, не бойся, не отворачивайся. Вон Скуйк. Сейчас мы его поймаем. У меня снайперка. Сейчас мы его словим. Вот, стреляй. Да не бойся. Не бойся, я тебя спасу. Не бойся. Да, стреляю. Все, давай. Вот, еще чуть-чуть. Давай, я сейчас попаду. Давай, Степочка, давай. Стреляем. Ну не бойся. Да, ты вот так тоже его. Пух. Давай, вот так. Пух. Давай, вот так вот. Его. Сейчас мы его сможем. Давай, Степочка, еще чуть-чуть, и все. Нажимай. Давай. Давай. Получится, да? Еще. Вот так, пих. Давай. Да, теперь ты. Давай. Все, давай. Помогай мне. Стоп. Стёпа, ты спалил все. Все спалил. Да, ты все. Нас рассекретили. Повернись к пацанам передом. Нас рассекретили. Да. Ребятки, всем привет. Это было видео, само собой, это 3D Brawl Stars анимация. Это нереальная игра. Вдруг кто подумал. Мне просто, когда впервые сбросили эти кадры, я этого не видел. Я тоже поверил. Я поверил, что это реально, типа, это игра 3D. Я подумал, где? Я тоже хочу поиграть в 3D. Степа, ты тоже поверил? Степа вообще в шоке, он боялся даже периодически. Ему... Ты офигел с этого, да? Я тоже вообще люто офигел. Представьте, если бы это было в реальном мире. Вот представь, Brawl Stars 3D. Ты прикинь, если все так было? Согласен, это было бы вообще невероятно жестко. Видели, кстати, как пару раз он реально чуть занервничал? Просто капец. Ну реально, ребят, представьте, вот это все, это... Посмотри, это, блин... Это, вот это кто-то это все сделал. Я за то, чтобы разработчикам сказать, уважаемые разработчики, создайте нам такую. Да вот то же самое все, но в 3D. Вот у нас есть Brawl Stars, но сделать реально все в 3D. Я бы на компе с удовольствием поиграл. Вот Степа тоже в шоке. И я бы поиграл с удовольствием. Если ты бы тоже поиграл, прожми прямо сейчас палец вверх, потому что, ну, это, типа, невероятно круто. Я вот, если честно, даже не уверен, это реально анимация, или это кто-то вот так вот играл. Мне кажется, поиграть проще, чем это все санимировать. Степа, как ты думаешь? Да? Он тоже так думает. Ладно, Степе уже пора спадки, но а мы с вами еще посмотрим пару приколов. Не убегай прямо во время кадра. Иди, мой зайчик, давай на ручки пойдем спадки. Сейчас я вернусь, пацаны, всех сейчас вернусь. Ребята, ссылки на оригинальные видосы в описании, ну, точнее, просто оставлю ссылку на самый, ну, на какой-нибудь видос. Обязательно переходите, смотрите, потому что, ну, это прям реально жестко, тут очень много подобного контента, и я офигел. Кстати, вот везде автор пишет, что это не анимация, это игра. Пожалуйста, don't ask, пожалуйста, не спрашивайте об этом. То есть, на самом деле, даже дело не в том, что спрашивать, а чтобы у разработчиков не было проблем, что, типа, сделали какой-то косплей неофициальный на их игру. Да, ребят, это все анимация. Кто-то настолько жестко заморочился, я просто в шоке. Кстати, смотрите, Булл залез в кусты, офигеть, Булл залез в кусты. Все настолько реалистично, что если бы была такая игра, я бы в нее гамал. Вот правда, я бы стопудово в нее гамал. Ну, хотя бы хоть каточку провести точно прикольно. Блин, это же Булл, правильно? Или что это? Или это Кольт? А, это Кольт, наверное, или что? Как-то немного нереалистично. А что Амбер не стреляет? Ну, да, видите, это более старый ролик, и здесь, типа, непонятно, а почему Амбер не стреляет. Ауч!
Да, блин, в реальной жизни Амбер бы уже давно начала бы стрелять, очевидно же. Ну, капец. Короче, кто за эту идею, чтобы это было в реальной жизни, чтобы кто-то реализовал именно Brawl Stars 3D, прям прожимай лайк. Кстати, введите код Aurum обязательно в магазине, это прям must have. Вот прям сейчас сделай это, брат. Прям обязательно. Ну да, Амбер ни разу у нас не выстрелила, ну такое, типа. Бам! Опа, вот Пайпер против Спайка. Напишите в комментариях, как вы думаете, кто должен выиграть, Спайк или Пайпер. Так, ну исходя из того, что... Ага, блин, прикольно, он менюшку свою сделал. Типа свое меню, о, Пайпер. Так, ультра, медиум, лоу, типа качество, звук. Смотри, как он заморочился, боже, офигеть. Так, поиск игроков, какой-то лабиринт. Ага, значит, он играет за Пайпер. Ну, понятно, все, Пайпер выиграл, а Спайк проиграл. Как жаль. Так, посмотрим, как он будет стрелять. Посмотри, насколько продуманное оружие. Боже, офигеть. Это же реально зонтик в виде снайперки. Давай, стреляй. А кактус кидает кактусами или нет? Так, не подпускай его. Вот, он типа пытался кинуть. Ну почему он, блин, было бы классно, если бы он тоже в ответ стрелял. Но нет, почему-то он не стреляет. Или это Пайпер такая, раз увернулась. Чикс. Ну я даже не знаю. Блин, очень круто, я в шоке. Я вот честно, я когда первый раз это увидел, я подумал, это реальная какая-то игра. Серьезно, меня еще так жестко никогда не разводили. Потом говорят, это анимация. Я думаю, блин, я вам точно так же покажу, как мне это показали. Потому что мне показали как скрины, как будто это типа реально 3D игра. Я такой, да ладно, нифига. Я подумал, что Supercell выпустили новую игру, только в 3D. Думаю, блин, ну все, я вас тоже точно так же разведу, как меня развели. Но, ребятки, не без обид, я просто хотел... Ну, типа, короче, начало видео, это же, конечно же, шутка. Плюс еще Степа случайно залез ко мне на стол в тот момент, когда я записывал, поэтому такая фигня. Еще мне очень прикольно нравится, когда плюс 6 кубков и плюс 40 гемасов. Автору просто респект за это. Если ты считаешь, что здесь были годные идеи, прямо сейчас прожимай лайк, подписывайся на канал, вводи обязательно код Aurum. Я хочу увидеть Brawl Stars 3D в игре, ребят. Вот это я реально точно хочу. Ну и, кстати, у этого автора много прикольных видосов, вы сами смотрите, ну и много комментов, я могу еще пару реакций на него снять, потому что, ну, он прям перед годноту, очень много чего интересного, и прям, ну, класс, я такого нигде не видел, серьезно. Хотя тема старая, походу, эти видосы датируются давним временем, но в любом случае прикольно. Подписочка, лайкосик, не болейте, всем пока, ребят.